День рождения у улитки. Жила-была улиточка, а не девочка, и звали его Хот Вилс. И жил он со своей сестрой Дианой. У него было увлечение собирать тапочки черные и белые. Хот Вилс, сказала Диана, у тебя завтра будет день рождения. В этот день приходят друзья, поздравляют и дарят подарки. Утром Хот Вилс проснулся и вспомнил, что день рождения это когда дарят подарки. Он посмотрел под столом, а подарков не было. Заглянул под ванну, тоже не было. Посмотрел под кровать и увидел там большущую машину. Вот это сюрприз приготовила ему сестра. Об этой машине он мечтал всю свою жизнь. Вот это праздник, подумал он. А потом к ним стали приходить друзья. Червячок принес ему вкусную пиццу. Стрекоза – торт. Муравейчик подарил ему пропеллер, как у Карлоса. Пушая коровку – фломастер, чтоб Хот Вилс рисовал красоту. А бабочка подарила ему костюм супергероя. Потом друзья все вместе стали пить чай. А после этого отправились в новой машине. Сейчас вы увидите, куда они отправились. К морю. На берегу они все вместе танцевали, играли и шутили. А потом на небе стали зажигаться звезды. А одна из них сияла ярче всех. Это же наш любимый детский сад Маячок. Спасибо за твой яркий свет, Маячок. Пусть наш Маячок всегда светит ярко и собирает своим светом много-много друзей.